Молодец! Один говорит на французском, другой на английском, третий на арабском. Объединяет всех русский. Африканское землячество на футбольном поле стадиона «Лыбедь» в пылу спортивной борьбы отмечает важный день – объединение стран Африки. У африканцев любовь к футболу в крови. Раньше подобные встречи с русскими студентами были регулярными. Не дай бить! Нет, нет! Молодец! В этом году мы решили возобновить вот эта привычка, то есть поддерживать вот эта спортивная игра для того, чтобы мы вместе с жителем города вот, чувствовали себя единением. Фирмен живет во Владимире около 20 лет. Сначала из Камеруна приехал учиться, потом закончил аспирантуру и остался. Сейчас преподает в родном вузе информатику. Африканских студентов во Владимире немного – 24. Приехали они из разных уголков Африки – Алжира, Гвинеи, Конго. Есть и выпускники, как Фирмен. Африканское землячество во Владимире существует с тех пор, как первый студент из Африки приехал учиться в вуз города. Было это не один десяток лет назад. На протяжении долгих лет, живя на Владимирской земле, иностранные студенты стараются держаться вместе. Конечно, мы поскучаем родине, родителей, конечно. Но когда мы здесь, дружба есть, мы иногда забываем это. Ну, потому что друзья, они всегда рядом. Игру африканская команда выиграла со счетом 3-1. Важный для них день по-другому и быть не могло. Празднование, приуроченное ко дню освобождения Африки, продолжится. 6 июня африканские студенты приглашают всех на свое торжество. Национальные костюмы, танцы, кухня. Со своей культурой им хочется познакомить как можно больше людей. Евгения Аксененко, Александр Мажаров, 6 канал.